И далее я хотел бы поговорить с вами о том, что происходит в тот момент, когда мы все-таки обращаемся к Иисусу Христу со спасительной верой. И первое, о чем я хотел бы с вами поговорить, это о том, что в этот момент мы объединяемся со Христом. И что же это означает? Означает это следующее, что в момент обращения происходит единение верующего с Иисусом Христом. Происходит некое соединение жизни, в результате чего наш человеческий дух, не теряя своей идентичности, не теряя вот этих личностных отличий, индивидуальных особенностей, таинственным образом соединяется с Духом Христа, и мы становимся одним целым с Иисусом Христом. И здесь необходимо проявлять осторожность. Вот это единство со Христом не делает нас маленькими богами. Это совсем не означает, что каждый человек, который принимает Иисуса Христа по вере, становится божественным. Скорее, это означает другое. Мы соединяемся с тем, кто есть Бог, во Христе, посредством Святого Духа. Так что мы имеем прямой и непосредственный доступ к Нему. Мы все еще остаемся людьми, но тем не менее имеем этот близкий, неразрывный союз с Ним, с нашим Спасителем. И есть немало текстов Священного Писания, которые учат нас о единстве нас с Иисусом Христом. Вот, к примеру, в Новом Завете многократно говорится о том, что верующие находятся во Христе, и это подразумевает единство. Но также говорится о том, что Христос присутствует в верующих. Вот, к примеру, 14 глава Евангелия от Иоанна об этом говорит. И затем Иисус приводит иллюстрацию о виноградной лозе и ветвях, говоря о том, что верующие — это ветви, а Он есть виноградная лоза. И в результате этого единства мы имеем жизнь. Из этого единства мы черпаем жизненные силы, мы получаем духовную пищу, чтобы не только оставаться живыми, но еще и переносить плод. Итак, как Отец, так и Сын присутствуют в верующих. Об этом мы читаем в Священном Писании. И верующий имеет жизнь, став причастником Христа, точно так же, как и Христос имеет жизнь, будучи причастником Отца. И здесь, как вы понимаете, мы говорим о духовной жизни, и мы не говорим о том, что мы становимся сами богами. Мы говорим о том, что мы получаем все необходимое духовное пропитание для того, чтобы проводить христианскую жизнь в послушании Божьему Слову и в послушании Господу Иисусу Христу. И есть еще один момент, который мы должны упомянуть, говоря о единстве со Христом. Этот момент заключается в том, что все верующие едины со Христом. Нельзя говорить о том, что некоторые верующие, некоторые спасенные едины со Христом, а другие не едины, другие находятся в другом положении. Нет, каждый человек, который знает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, един с Ним, един с Отцом и Сыном и Святым Духом. И это истина для каждого верующего, для каждого, кто подлинно спасен. Теперь давайте перейдем к рассмотрению другой великой истины о том, что же происходит, когда человек обращается к Иисусу Христу, обретает спасение в Нем. И речь здесь пойдет об усыновлении. Мы не только едины со Христом, мы усыновлены Божью семью. И вот давайте рассмотрим, в чем же заключается концепция усыновления. И здесь можно сказать следующее. Благодаря усыновлению искупленные становятся детьми Божьими. До того, как мы приняли с вами Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы были, как учит Писание, врагами Христа. Быть может, мы не сознавали, что мы ими являемся, но именно так и было. Мы вели войну с Богом.
Мы противились Его воле, и уж точно мы не были частью Его духовной семьи. С другой стороны, когда мы принимаем Христа как личного Спасителя, мы обретаем единство с Ним и становимся частью Божьей семьи, становимся Его детьми. Не путем естественного рождения, но путем духовного рождения и усыновления. И в результате этого мы получаем соответствующие привилегии, которыми наделены члены Божьей семьи. И это не то, что мы делаем. Точно так же, как ребенок, которого усыновили, не он является инициатором, не он усыновляет. Здесь все зависит от любви и щедрости того, кто усыновляет. Ведь именно родители, отец и мать, принимают это решение, решают усыновить или удочерить кого-то, чтобы ребенок стал частью их семьи и обрел все привилегии. И именно это же происходит, когда мы становимся частью духовной семьи Божией, как в случае с сиротами, которые есть в этом мире, которые обретают родителей в приемных семьях. Точно так же Бог принимает нас, проявляет инициативу, и Он принимает решение усыновить или удочерить нас в свою семью. И условием для этого является наша вера в Иисуса Христа, и затем Он наделяет нас всеми привилегиями члена Божьей семьи. И чтобы показать, что Писание действительно об этом говорит, в ваших конспектах вы можете найти ссылки на тексты Священного Писания. И также эти ссылки вы видите здесь на экране. В этих стихах говорится о том, что мы усыновлены в Божью семью. А если мы усыновлены в Божью семью, то это означает то, что Бог является нашим Отцом. И здесь необходимо прояснить некоторые моменты, необходимо объяснить, что имеется в виду, когда мы называем Бога нашим Отцом. Потому что в Писании мы находим, по крайней мере, три разных значения, когда речь идет об отцовстве, и что значит, когда кто-то называется Отцом. И, во-первых, Бог называется Отцом Иисуса Христа. И основанием, на котором это утверждается, является то, что Бог Отец и Бог Сын делят единую божественную сущность. И Иисус Христос воистину единственный, единородный Сын Божий. Извечный Сын, и только Он является Сыном Божьим вот в этом смысле. Никто не может быть Сыном Божьим вот в этом значении, потому что быть Сыном Божьим в этом значении означает разделять Его божественную природу, что означает быть Богом. А это не свойственно никому другому, кроме Иисуса Христа, кто бы ни назывался Сыном Божьим. Есть еще и второе значение, в котором Бог упоминается как Отец. Бог как Отец всего, то есть Отец всех живших на земле людей. И как же Бог может быть их Отцом? Но Он является Отцом в том смысле, что Он творит Вселенной, и Он поддерживает в ней жизнь. Все, что существует, существует благодаря Ему. Есть еще третье значение отцовства Бога в Писании, и это значение имеет прямое отношение к спасению. Бог как Отец, искупивший и усыновивший избранных, то есть Он тот, кто ввел спасенных в свою семью, тех из нас, кто обратились в спасительной вере к Иисусу Христу. То есть здесь мы говорим о близких отношениях, которые Бог Сам и устанавливает. Он их инициирует с теми, кто принимает Иисуса Христа по вере, исповедует Его имя. И вот это значение отцовства и это значение сыновства отличается от первых двух, отличается от значения Христа как Сына Божьего, потому что Христос Сам есть Бог. Мы с вами усыновлены и удочерены в Божью семью, и при этом мы не становимся маленькими богами.
Мы не обретаем божественность. Наша природа не меняется на божественную. У нас остается наша человеческая природа. И будучи усыновленными, мы становимся Божьими детьми, и Бог воспринимает нас как своих детей. И это происходит благодаря тому, что мы обретаем духовное спасение, когда возлагаем свое упование на Иисуса Христа. И, конечно, Бог является Отцом всех искупленных в том смысле, что Он Отец всей Вселенной, то есть Он все сотворил, и Он поддерживает в нас жизнь. Но у искупленных у нас с вами есть особые отношения с Богом, как с Отцом, которые отсутствуют у неспасенных людей. Они являются Божьим творением. Он поддерживает в них жизнь. И Он также является Творцом и нас, и поддерживает жизнь и в нас, спасенных. Но Он также является нашим Отцом вот в этом третьем значении. Далее давайте обратимся с вами к доктрине оправдания. И говоря об оправдании, мы с вами скорее подразумеваем действие Божие, описанное в юридических терминах. И вот в своих конспектах вы можете найти все эти термины. Термины как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. И когда у вас будет время, вы можете их самостоятельно все прочитать. Однако все-таки нам необходимо остановиться и дать ясное и четкое определение концепции оправдания. Итак, оправдание — это судейское решение Бога, когда Он объявляет верующего праведным на основании вмененной ему праведности Христа. То есть основанием для нашей праведности является праведность Иисуса Христа. Праведность, которая вменяется нам. Быть может, это звучит очень абстрактно, поэтому позвольте мне объяснить. Вот представьте себе зал суда, заседание, которое происходит в этом зале суда. Мы с вами сидим на скамье обвиняемых. Мы обвиняемся в грехе, и в этом зале суда должно быть вынесено решение. И понятно, что мы виновны в том грехе, в котором нас обвиняют. И поэтому судья вправе вынести обвинительный приговор, заявить, что мы виновны и должны понести наказание, вечную смерть. Но происходит нечто иное. Бог заплатил цену за наши грехи. Он совершил это во Христе, когда Христос умер на кресте, был погребен и воскрес из мертвых на третий день. И когда мы возлагаем свое упование на Иисуса Христа, то происходит следующее. Бог говорит, «Хорошо, несмотря на то, что ты виновный грешник, я вменю тебе праведность Иисуса Христа. Я припишу это на твой счет». Именно это означает «вменить». И если праведность Христа вменяется вам, то это в корне меняет то, как вы выглядите перед Богом. Бог уже не воспринимает вас как виновного. Он воспринимает вас как невиновного. И более того, Он объявляет, как Верховный Судья, что вы невиновны, потому что праведность Христа вменена вам. И если прозвучал такой приговор «невиновен», то, естественно, не последует никакого наказания, которое вы должны были заплатить. Вот все это подразумевается в этой концепции оправдания. Это судебное решение, которое указывает на изменение в том, как Бог воспринимает нас, а не на какие-то изменения в нашей человеческой природе. Это не делает вас или меня более святым, чем вы или я были до нашего оправдания. Это меняет то, как Бог воспринимает нас в зале суда. И это означает, что нам уже не придется платить за те грехи, которые мы совершили, потому что Бог позволил Христу заплатить за нас.
Хорошо, это основное определение концепции оправдания. Но здесь есть что еще сказать. Как я уже сказал, это судебное решение, которое провозглашает Бог. И на основании праведности Христа удовлетворены все требования Божьего закона, покрыты все грехи грешника. Именно так об этом пишет Луис Бирхоф в его систематическом богословии. Далее, это мгновенное действие, которое происходит во время обращения и возрождения. То есть речь идет не о том, когда Дух Святой обновляет нашу природу, в результате чего мы каемся в своих грехах, принимаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя, а потом мы ждем недели, месяцы, пока Бог не объявит нас праведными в своих глазах. Нет. Совсем не так все происходит. В ту же самую минуту, когда мы принимаем Иисуса Христа как своего личного Спасителя по вере, в эту же самую минуту, в этот момент Бог объявляет нас невиновными, оправданными, и посему нам уже не грозит то наказание, которое мы должны были понести за свои грехи. Итак, как я уже сказал, это происходит мгновенно в минуту нашего обращения ко Христу, обращения по вере. Мы также можем сказать о том, что оправдание — это законченное действие. Как мы говорили, мы объединены со Христом, стали причастниками божественного естества, и теперь удовлетворен Божий закон. Другими словами, в ту минуту, когда мы обретаем спасение, все наши грехи прощены. То есть не происходит такого, что сначала нам прощаются те грехи, которые мы совершили за первые свои 10 лет. Вот именно эти грехи покрыты кровью Христа. А затем, спустя год или два, нам прощаются грехи за последующие 5 лет нашей жизни. Затем они покрываются кровью Иисуса Христа. И затем, спустя еще какое-то время, прощаются все остальные наши грехи. Нет, все наши грехи прощаются одновременно, в момент спасения. Наше оправдание не происходит по стадиям. Мы оправданы раз и полностью. И, наконец, оно окончательное. Так как наш союз с Иисусом Христом нерушим, и этот союз не может быть расторгнут, то получается, что человек, который оправдан, может быть уверен в своем спасении. Об этом мы читаем в послании к римлянам, в 8 главе, в стихах 29 и 30, когда Павел описывает различные стадии или различные элементы в процессе спасения. И он говорит о том, что кого Бог оправдал, того и прославил. Получается, что человек проходит весь этот путь до конца. Человек не теряет спасение где-то на пути. ТВ-семинарии — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И также мы можем с вами говорить о составляющих спасения. И здесь я также буду краток. И первое, что следует упомянуть, это устранение наказания или отмена наказания. И это происходит потому, что Бог объявляет грешника праведным, удовлетворившим все требования закона, то есть его справедливость удовлетворена. Как она удовлетворена? Благодаря тому, что Бог взял праведность Иисуса Христа и вменил ее нам, записал ее на наш счет. И если мы праведны в Иисусе Христе, это означает, что по закону мы чисты, и поэтому мы не должны нести никакого наказания. Поэтому, по сути, мы оправданы Богом, который есть Верховный Судья.
Другими словами, можно говорить о том, что Бог помиловал нас, но необходимо упомянуть и то, что Бог, принимая такое решение, не изменил своего отношения к греху, и все же, вменяя нам праведность Иисуса Христа, может простить нас за наши грехи и может считать, что мы никогда эти грехи не совершали. Теперь давайте посмотрим на еще один элемент. Бог возвращает свое благоволение к нам. Оправдав людей, Бог воспринимает их, как будто они всегда были праведны, возвращает свое благоволение, и люди вознаграждаются за свое послушание. И говоря о восстановлении благоволения, можно говорить о восстановлении разрушенных взаимоотношений с Богом, что по-другому называется примирением. При этом появляются новые взаимоотношения с Богом как Отцом, и это, в свою очередь, называется усыновлением. И вот перед вами стихи из Священного Писания, которые об этом говорят. Далее мы хотели бы с вами рассмотреть еще один момент, связанный с оправданием. Возникает один вопрос. Как Бог может оправдывать нас, при этом Сам оставаясь праведным? Вы можете спросить, ну а в чем же здесь проблема? Позвольте мне пояснить, в чем проблема. Как Бог может оправдывать неправедного, при этом Сам оставаясь праведным и справедливым? Ведь Бог оправдывает нас, прекрасно зная, что мы неправедны. И что же это означает? Означает ли это, что Бог судит нас по другим критериям праведности, чем всех остальных? Что Он просто закрывает глаза на наши грехи, на все те грехи, которые мы совершаем, и считает нас святыми, несмотря ни на что? Вы можете сказать про себя, «Ну, я немного не понимаю, к чему вы все это говорите». Позвольте мне все-таки объяснить, в чем же здесь проблема. Когда в зале суда судья объявляет подсудимого невиновным, он всего лишь провозглашает, что он убедился, что преступления закона не было, и все свидетельства вины показались ему неубедительными. Поэтому судья объявляет подсудимого невиновным. То есть он оправдывает тех, кто по сути невиновен. Но в нашем случае, когда Бог оправдывает нас, Он объявляет людей невиновными тех, кто по сути виновны. И как же Бог может это делать, не нарушая при этом собственные критерии справедливости и святости? Вот это вопрос, который перед нами стоит. И Библия учит нас о том, что Бог оправдывает нечестивого. Но может ли Он так поступать, если Он прекрасно знает, что мы нечестивы, что мы виновны? Как может Бог так поступать и при этом оставаться справедливым Богом и святым? И вот я хочу предложить решение, к которому пришел Бог. Во-первых, Он решил заплатить наказание Сам, то наказание, которое должен заплатить каждый из нас, причем самостоятельно расплатиться за грехи мы не в силах. И таким образом Он решает эту проблему с этой стороны. Бог не говорит, обращаясь к верующему, «Да, долг твой велик, но я просто закрою на это глаза». Нет, долг за грехи должен быть покрыт, и мы с вами заплатить не в силах. Бог это знает. И Бог знал, что Христос, умерев на Голгофском кресте и воскреснув на третий день, мог бы заплатить за наши грехи. И Бог сказал, «Хорошо, раз грешник не может заплатить за свои грехи, то тогда Христос заплатит». И затем Бог установил, Бог определил грешника праведным путем вменения ему праведности Иисуса Христа, так как Иисус Христос остался полностью
праведен, послушен Богу. И опять же, Божьи критерии справедливости удовлетворены. Кто-то заплатил наказание за грехи. И Бог может сказать, что мы невиновны на основании того, что Он видит нас сквозь праведность Христа. Его праведность вменена нам. Поэтому послушание и праведность Христа служат тем основанием, на котором происходит наше оправдание. И будучи грешниками, и при этом будучи оправданными праведностью Иисуса Христа, которая вменяется на наш счет, в зале суда мы теперь слышим приговор, который объявляет Бог невиновен. Другими словами, Он может объявить нечестивого человека праведным, потому что этот нечестивый теперь наделен праведностью Иисуса Христа, она вменена ему. Если хотите, он теперь покрыт праведностью Христа. Поэтому вот это представление, что Бог нарушает все правила, свои же правила, правила справедливости, объявляя виновного невиновным, безосновательно. Потому что Бог знает, что все, что необходимо для спасения, уплачено. Он сам все уплатил. И Он вменяет праведность Христа грешникам. И если мы во Христе, если мы в Его праведности, если праведность Христа вменена нам, то Бог смотрит на нас и видит нас невиновными. И Он может относиться к нам, как если бы мы никогда, никогда не согрешили. А теперь давайте двигаться дальше. И здесь необходимо сказать следующее, а именно, что оправдание само по себе не равнозначно вере. Оправдание совершается по вере. А это означает, что наша личная вера в Иисуса Христа просто необходима для того, чтобы произошло оправдание, чтобы мы были спасены. И вот вы видите перед собой ссылки на стихи Священного Писания, которые показывают, что это действительно так, что оправдание происходит по вере. Но помните о том, что вера — это тот дар, который сам Бог нам дает. Поэтому дело не в том, что мы сами в себе производим веру, и потом Бог, видя нашу веру, говорит, «Ну хорошо, я спасу этого человека». Нет. Даже та вера, которая в нас есть, производится самим Богом, силой Божьей. Хорошо, давайте теперь посмотрим, к чему приводит оправдание, каковы же результаты оправдания. И в своих конспектах вы можете с этими результатами ознакомиться. Позвольте лишь вкратце их упомянуть, так как в результате нашего оправдания происходят важные перемены. Во-первых, мы обретаем мир с Богом. И Павел пишет, что по вере мы примиряемся с Богом. Неужели мы враждовали? Да, до принятия Христа мы отвергали Его призыв, призыв принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя. И если мы отказываемся что-то делать, что Бог нас просит, то можно говорить о том, что есть война, есть вражда между нами и Богом. И вот когда мы послушались, приняли призыв принять Христа, то мы оправдываемся, война заканчивается, и наступает мир с Богом. Далее происходит освобождение от гнева, гнева, который обрушивается на грешников, которые не желают каяться и обращаться к Богу. Еще один результат оправдания — мы становимся наследниками вечной жизни, и, наконец, мы будем прославлены. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.